вечер, все Людочки. Меня зовут Карлсон Халушкович, и я здесь с моим хорошим другом. Что твое имя? Точно, это твое имя? Okay. Я здесь с Пепе Свинья, и скажи мне, что ты думаешь о библейский стих на этой неделе, Пепе Свинья? О, ты не знаешь? О, не вопрос. Вот это. Круто, нет? О, почему зонт? Никогда не знаешь. Извините. Добрый вечер, веселые людочки. Меня зовут Карлсон Халушкович, и я здесь с моим хорошим другом. Что твое имя? Что это такое? У меня есть зубная паста прямо сейчас. Конечно, нет. Почему? Потому мой духовный внуши. Остановка. Еще рад. Что ты думаешь об наш библейский стих сегодня? Ты это не знаешь? Не вопросчик. Вот это. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Что ты думаешь об этом? Ты бы хотел иметь черепаха с уси? Остановка. Окей, Карлсон Халлушкович здесь с Питер Кролик, и ему наш библейский стих нравится. Добрый вечер, веселые девочки. Меня зовут Карлсон Халлушкавич, и я вот с моим хорошим другом. Напомни мне свое имя. Сколько мне лет? Где мои родители? Я не младенец. Я не могу работать с этим. Красно меня. Ты слышал о наш библейский стих сегодня? А, не вопрос. Вот это. Что это значит? А, я рад, что ты спросил, что когда мы рождемся, нам нужен Спаситель, почему Бог не любит наши грехи. Так, когда мы верим в Иисуса, который также Богом, мы спасены. Это подарок. И деньги не нужны. Я официант на младенец ресторана. Я не младенец. Давай, это смешно. Я не люблю телевизор шоу The Wiggles. Тебе сказал. Меня зовут Карлсон Халлушкавич, и я не младенец. До позже. Привет! Меня зовут Карлсон Халлушкавич, и я здесь человек. Сегодня у нас есть подарок от моих друзей, кто живет в Украине. Great is the Lord, and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Psalm 145:3. Велик Господь и достоин всякой хвалы. Величие Его непостижимо. Psalm 144:3. Что такое? Вау, да. 95 000 панчки? Вау, о нет! И ты используешь леденец и сукром, и мороженое, и шоколадочки, и соль, и чуть-чуть перец, вау, и мух.
Smuhami? Oh, yeah, smukoj. Ah, da. Te hoćeš garjaši šokolad pože? Привет, солнышки! Меня зовут Карлсон Халушкович всегда, и я здесь с моим хорошим другом. Помнит меня, что тебя зовут? Гай Фиглиери? Вау, крутое имя. Окей, Гай Фиглиери, ты знаешь, что эти недели это день благодарения? Ты это не знаешь? Не вопрос. Может быть, этот стих поможет ты вспомнить. Давай. Окей, мистер Фиглиери. До свидания и счастливого дня благодарения. Вау, ты видел настоящего циклопс? Точно? Точно? Слава Хосин Снатан! Всем привет! Меня зовут Карлсон Халушкович, и я здесь с моим хорошим другом. И еще раз, что твое имя? Вот. Чанчо? Чанчо твое имя? Ничего. Красивое имя. Окей. Так, сегодня у нас нет Библии стиха, но у нас есть рассказ. Рассказ о моем друге Владимире. Он жил в Украине, а сейчас живет в Северной Каролине. Да, Бог использует людей близко и далеко, показав ему любовь Христа. Да, послушай это. This was in the middle of cold Ukrainian winter. We had to hop on the bus and then on the tram just to get to this place. And when we pulled up to this place, I was walking in at the same time with a girl that I recognized from our class. But I was very surprised to see this girl there because I knew that this girl was not a Christian. And for some reason, I assumed that this event was only for Christians. But to my surprise, this place was filled with all kinds of people from all walks of life. And when we walked in, it's like we transitioned from this black and white Ukrainian winter to a colorful room of joy and laughter. There was so much happy music, beautiful welcoming smiles. But most importantly, they presented the gospel to us in so many different and unique ways through singing, dancing, cartoons, movies, flannel boards. It's like the gospel came alive. And then at the very end, they presented us with these beautiful and colorful shoeboxes. And when I opened my shoebox, it's like everything that I imagined playing with as a child, it's like it manifested in the real box. I had my own yo-yo, so I didn't have to make yo-yos that I put polo caps anymore. I had my own hot little cars, I didn't have to play with my shoes pretending they were cars. I had my own toothbrush. I didn't have to share one anymore. My toothbrush was like a rock star toothbrush. It was like the one to rule them all. It was so colorful, so beautiful. No one in my neighborhood had anything like it. I also had this bar of soap, which was like the whitest white I've ever seen. So squeaky clean, so smooth, so slick. It had a print of the dove on top. It sanctified my whole box because my whole box smelled like it. I call it my Holy Spirit in the box. And I also had this dental floss that I thought was candy. But most importantly, I felt loved. You know, people on the factory shoebox, there's so much unconditional love. On the receiving end, children feel that same love that you pack them with. And I always say that God is love. When you show love to people, you show God to people. When people experience love, they experience God. And once you experience that God's unconditional love, you will not walk away unchanged. С Рождеством, Канун Нового Года и слава Богу! Пока! So, tell me about the last event that you went to for a concert or a church event or anything like that. What was that like? That's nuts. Let me write that down. So, I know you've gone through highs and lows, but what's been the best part about Toby Mac's life? What do you think? Круто, не? Oh! Почему зонт? Okay, I get alive. Oh, почему? Wait, keep rolling. Ready? Лягушка. Perfect. Did you see him? Yeah. Oh. He's okay.